В первую очередь, стоит отметить, что они сделали новый вид, скажем так, перемещения персонажа без гравитации. И вот он попал в... И теперь попадать в гравитацию, скажем так, более безопасно. Новые анимации, перемещения. Это Ева 2, Джим подсказывает. Вот эта технология. То есть более доступное, так скажем, перемещение, прощающее, да, вот эта технология, где можно перемещаться намного легче, проще, безопаснее. И вот мы переходим между захватами, так скажем. И мы теперь можем полностью 360 градусов крутиться в положении лежа без каких-либо сложностей. И внешние коллизии больше не будут этому мешать. То есть спокойно крутимся. И лежа — это не единственный способ. И вот новый стиль. Способ перемещения в очень маленьких пространствах. И, соответственно, вверх и вниз, чтобы перемещаться было тоже более комфортно и огибать углы. И если бы отключили гравитацию, то все тоже корректно бы симулировалось, и она бы перешла в безгравитационную работу. И, возможно, вам получится даже поплавать. Теперь можно с середины лестницы подниматься и спускаться. Можно будет оглядеться на лестнице. Можно даже пользоваться ей, чтобы, ну, как-то дополнительно занять позицию, осмотреться. Пича — это подкат. То есть после спринта можно перейти в скольжение. Это может быть полезно при определенных обстоятельствах. Активность. И также необходимо дать возможность после слайда также осматриваться вокруг. То есть он может также стрелять от бедра во время